Ребят, всех приветствую на своем канале. В этом видео я покажу, как я готовлю кукурузу перед выездом на рыбалку за карпом. Вот, покупаю я ее на развес. Беру сколько мне нужно, пересыпаю в ведро и начинаю промывать ее проточной водой. Промываю примерно я ее раза 3-4, потому что она очень грязная. Вот, набираю воды. И начинаю промывать ее. Вот этот весь мусор, который всплыл, его я собираю. Все, что всплыло, это нам не нужно. Вот все, кукурузу я промыл. Три раза промывал до чистой воды. Набрал воду. И емкость берите всегда больше, чем у вас объем вашей кукурузы. Потому что она будет набухать, вот, чтобы хватило места. Все, воду набираю чистую и оставляю так замачиваться ровно на сутки. Все, прошли сутки. Кукуруза немного уже набухла. Эту воду я сливаю, набираю чистую воду для варки. Все, налил чистую воду, переложил кукурузу в кастрюлю. Воды наливаем чуть больше и оставляем место, потому что кукуруза еще будет набухать при варке. Варим примерно 1,5-2 часа, периодически перемешиваем ее, чтобы она не подгорала. Как только закипит вода, газ убавляю, на медленный огонь ставлю, еще чуть-чуть перемешиваю. И продолжаю варить. И следите всегда за уровнем воды. Воды должно быть всегда больше уровня кукурузы. Если вдруг вода у вас выкипает, можно ее немного добавлять, чтобы кукуруза у нас поверх воды не оставалась. Вот. Варим примерно еще 1,5 часа. Периодически перемешивайте. Проверяем кукурузу на готовность. Надавливаю на нее, вот она уже стала мягкой, она полностью готова, сварилась. Теперь я оставляю кастрюлю с кукурузой остужаться. Итак, кукуруза полностью остыла, впитала в себя воду. Варю я до полуготовности, потому что когда она остывает, впитывает остатки воды. Вот эту воду потом я не сливаю, ей можно замешивать под кормку. Эту кукурузу я использую и как закормочную смесь, и как отдельную насадку. Только если вы будете ее ароматизировать где-то в ликвиде, в каком-то дипе, делайте это хотя бы часа за два, чтобы она успела пропитаться. Если вы будете сразу макать и забрасывать, толку от этого не будет. Она будет просто вымываться водой и пропитываться запахом ила. Все, вот эту остывшую кукурузу я раскладываю порционно вот в такие пакеты с замком zip. И замораживаю. Потом собираюсь на рыбалку. Сколько мне нужно, я беру. Пока еду, она размораживается. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. В следующем видео я покажу, как я варю горох и пшеницу. Также я ее использую на закормочную смесь вместе с кукурузой для карпа. Всем спасибо за просмотр.